Здорово, дармоеды, с вами Джерри. В общем, сегодня мы с вами продолжаем проходить Ультра Килл. Спасибо за положительные комментарии, я как бы знал, что вам эта рубрика понравится, поэтому ясно для вас снимаю продолжение. Что ж, сегодня мы с вами продолжаем проходить Ультра Килл. Спасибо за советы. И, кстати, я лоханулся, чел. Я знаю, что я лоханулся. Ты мне писал в комментариях, что нихера это не ранний доступ. И не только ты писал. Я дебил, короче, я, в общем, пьянь очередная. Я надеюсь, я сегодня не буду тупить, как последняя сука, поэтому... Что ж, погнали дальше. Кстати, за звуки... сорян, что у меня звуки... Ну, звук не всегда настроенный, потому что как бы да. Вот, нас уже хотят, почему... Ах ты ж, блядство. Ага, я понял. Так, значит, по советам моего товарища, здесь лучше вот так вот прыгать. Вот, в общем, спасибо ему за этот дельный, пиздатый, годный совет. Конечно, я, блядь, его, как и обычно, не применяю. Да умри, что уже. Так, ладно, хорош трепаться. В общем, нам пора уже это все проходить. По мне кто-то стреляет. Получи пизды в затылок. Я знаю, что я ебанутый просто, просто ебанутый. От души. Не волнуйте. Не ебете ровным счетом никак. Кстати, там какой-то хер перебегал, поэтому... Так, мы... Как я, блядь, это люблю. Нет. Готов. Так, хорошо, куда нам идти? Угу, я понял. Так. Сюда. Чекпоинт, хорошо. И когда... Угу, понял. Осознал ебосину. Сука, чуть не задавил, блядь. Спасибо, very bad. Ага. Так, а может мне их просто тупо... Пока. Так, меня сейчас, блядь, добьют как последнюю суку. Ах ты, тварь такая. Так, ну этого уже добили. Так, здесь у нас лужа какая-то. Что? Так, ну здесь я сделал разъеб. Ну да ладно. Угу, я понял. Так, он мне, кажись, время замедляет. Либо же какая-то хрень тут происходит, и опять какая-то ебасосина начинается. А, так, стоп, подожди, а что у меня с оружием? Почему у меня оружие, оно какое-то не такое? А, у меня, во-первых, нет атаки усиленной на правую кнопку мыши. Тварь сдохнет уже. Почему я тебя не могу прибить? От сука. Получи пизды, да распишись. Пошел нахуй. Готов. Так, хорошо, допустим. Так, давай-ка спустимся отсюда. Ой, блядь. Угу, я понял. Не надо. Так, получи пизды. Получи пизды. Получи пизды. Угу, молодец. 105. Так, короче, я забываю... Ага, переебали. Значит, здоровье мы с тобой восстановили. Все прекрасно, все чудесненько. Блять, вот это я мастер, нахуй. Так, сдохни. Я забываю, чувак, я забыл за букву F. Я забыл, что можно пиздить от буквы F и одновременно использовать оружие. Вот это мы с тобой овощи, чувак. Ну да ладно, все как обычно. Поэтому ничего... Ах ты, шваль такая. Ничего у нас... Необычного в этом нет. И... Ага, до свидания. Так, нам открывают двери. И что же тут? А здесь, скорее всего, переход на другой уровень. Что ж, полетели. Итак, новая локация. Так, подожди, секундочку. Weapons, револьвер. Чувак, мы с тобой можем его улучшить. Так. Вот это что такое? Нет, назад. Нет, подключить. Тут тоже не могу. Жаль. Так, а это у нас... Нет, нам надо копить. Копить нам надо, хорошо. Профессионально. Ой, зря я это делаю. Зря я выебываюсь. Угу, я понял. Так, я понял.
Так, подожди, а эти хилят? Они нам жопу дают? Вроде бы не дают. Сюда подошел, пизды получил. Сюда подошел, пизды получил. Подошел, пизды получил. Угу, молодец. Блять, сука. Что ты не тут носишься? Так, а что делают вот эти? Ровным счетом ничего, я понял. Так, готово. По-моему, там был скелетон, но нас это не особо волнует. Хорошо. Блять. Пошел, пизды. Пошел, распишись. Так, я бью и эфом, и оружкой. Ага, готов. Все, отлично. Так, погнали наверх. Что-то, может быть, там будет? Да, ну как я лоханулся, типа новый ультракилл. Да нихуя он не новый. Вот это хуй. Я понял. Не нужно. Не, все, нас добьют сейчас, как куропатку, блять. Пошел в жопу. Ай-яй-яй-яй-яй. Не надо. Да выебывались. Угу. Так, подожди. А что, если мы пойдем куда-нибудь в другое место? Так, подожди. Нет, отсюда я прибежал. Нам надо сюда, да. Кажись, вот этот каменный какой-то хер. Ах, ты шваль такая. Ты шо, на мини сразу атаки кидаешь? Ну, ты пидорас, конечно. Вот это вот ты. Тебе так ни людям не назвать, тебя никем так не назвать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах, ты пидорас. Ты посмотри, нормально сносит. Причем прилично достаточно. Нет, у нас... Угу. Так, ясно. Летаем. Просто летаем вокруг него. Вот так вот поднимаемся. Сейчас даем пизды. А, так он с бензопилой. Она жужжит у него, прикинь. Где он? Я потерял его. Почему я не летаю? Я забываю какие-то клавиши. Ах ты, пидор. Ах ты, пидор. Нет, все, мне жопа, чуваки. Мне жопа. Мне такая жопа. Ага, я понял. Меня... вже. Угу. Может быть, как-то я могу... А, вот так вот сейчас сразу сделаю. Где ты? Тупая была идея, совершенно тупая идея. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не, я тогда выебываюсь, чуваки. Не-не-не-не-не-не-не. А-а-а, стоп-стоп-стоп. Нихуя она не открылась, я понял. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Хоть и посечка моя. А хули-то он усилился? Так, ну я каким-то образом успел возродиться. Пизжа его, скорее всего. Я не понимаю, каким образом здесь работает возрождение. Если бы я это понимал, я бы не дох. Секунду. Да, надо поспокойнее что-то. Так, если у меня вот эта вот хуйня, нет, это монстра, кибер, хуйня, бэк. Ясно, нам это ничем не поможет в данной ситуации, потому что мы тут абсолютно беспомощны. Полностью, сука, беспомощны. Так, ну значит, будем тебя пиздить вообще со всех сторон, чтобы тебе жизнь... Ага, я понял, как я возрождаюсь. Из-за того, что я его пищу руками, скорее всего, я возрождаю себе жизни. Потому что я уже... Смотри, у меня 91 теперь. Ага, я понял. Не надо. Блять. Так, заряжаем. Готов. Сосешьте. Сосешьте, я тебе сказал. А куда он делся? РП... Что, блядь? А, шотган. Ах. Ебать. Вот это нам нужно. Это... Блядь. Не понял. Подожди. А, нам сюда выход. Да-да-да-да-да. Нам выход сюда. Это думаю. Тут я сделал разъебастин. А, я понял, что нам... что тут было. Короче, нам нужно было получить вот эту оружку, чтобы вот это вот разъебать к чертовой матери. Угу. Будем использовать.
Ёпа, ну блин, ну это же... Ну это же просто кайф. Так, она же на Ешку сменяется, да? Брутал. Чатинг. Так, по-быстренькому. Он ультует. Удачи, готов. Так, хорошо. Не обращаем внимания. Просто не обращаем внимания. Ага, до свидания. Я переборщил. Переборщил. Угу, готов. Готовы ваши яйца. А почему... Блять, вентилятор. Там вентилятор. Да, там вентилятор. Так, ладно, вот на этом поле боя нам надо быть очень осторожными, ребят. Потому что на данном, на данной местности мы можем сдохнуть. И причем очень легко. Ну давайте, идите сюда. Угу, не понял, не пойдут. Угу. Долбоёб. Ой-ой-ой-ой, так, не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо, нам надо быть очень осторожными, потому что там сзади вентилятор. И нам будет полная жопа, если мы на него настигнемся. Угу. Пошел в жопу. Так, вот куда нам нужно. Не обращаем внимания на то, что там спавнятся новые суки. Так, хорошо, допустим. Дай-ка я... А почему? А как мне забраться-то туда? Я забыл. Я забыл уже. Да тебе в жопу. Пошел нахер. Так, меня это вообще не волнует. Так, допустим, какой-то новый сосун. Ой, да ладно, ты меня уже не испугаешь. У меня такая пушинция в руках. В ручках. У меня такая здесь пуфочка. То чтоб тебя, блядь... Успокойся, болван. А это как сейчас случилось? Я что, сдох? Да, я, кажись, сдох. Так, этот босс у нас уже достаточно сложный. Сейчас он там свою стадию бензопилия пройдет. Не-не-не-не-не, я сдохну сейчас, я просто сдохну. Так, мне надо возражаться, мне надо возражаться, мне надо возражаться, мне надо возражаться. Возражаться, да конечно, что это, блядь, за слово-то такое, возражаться, что это, блядь? Так, тихо-тихо-тихо. Дэч, пошел в срань. Угу, готов. Так, опять бензопила. Так, все, готов. Не волнуешь, не волнуешь уже, все. Ты ликвидирован. Угу. Так, ну-кась. Weapons shotgun. Так, подожди-ка. У нас есть Core Effects. Давай-ка попробуем улучшить, потратить на это деньги. Все, отлично. Так, менять оружие на... А это новый, смотри, он какой-то с зелеными этими полосами типа заряда. Так, спокойно. Ах, вы ужики. Угу, я понял, что нам нужно сделать. Пошли в срань. Вот это я понимаю. Что ты тут делаешь, долбоебина? Подожди, а что он там делает? Это этот безликий хер. Давай его будем называть безликим хером. Мне как бы не впадло называть его по имени, но я не помню его имени, поэтому пошел в жопу. Вот, поэтому я как бы... Так, значит, сразу устраняю вот этих мразей. А после мы идем с тобой вот сюда. Угу. Так, после нам нужно установить соотношение вот с теми суками. Пока у нас не появился безликий хер. Твою мать, откуда они здесь взялись? Угу, я понял. Ага, вон он уже. Ай-яй-яй-яй, блять, я в кнопках запутался. Угу. Так, теперь бдэш, 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 бдэш. Ай-яй-яй. Угу. Да выебывались.
Так, а ну-ка подожди, какое у меня оружие есть? У меня есть вот это вот. Так, я не зря его завел, чувак. Я его не просто так завел. Так, собираем, нам надо собрать целую кучу вот этих шмар. Угу, готовы. Кто-то не готов. А кто это тут у нас? Алло. А как? А как? Ага, шарики. Я понял. Так, ну, давай, встречаем сейчас эту орду. Так, да-да-да-да-да, вот она все, она появилась уже. Наверное, да? Или нет? То есть, блять, она появляется только тогда, когда... Вот так вот тебе нахер. В жопу, в жопу, в жопу, в жопу, в жопу, мне нужно хп восстанавливать. Так, тихо, пиздим кулаками, пиздим кулаками, пиздим кулаками. Угу, не пиздим. Мы уже не пиздим кулаками. Угу, готовы. А почему я под него лег? Что, блядь, происходит-то со мной? Ладно, ребят, пока что мы на этом остановимся. В общем, если я делаю что-то не так, то напиши в комментариях. Вот, и, кстати, напишите в комментариях, с помощью чего у нас восстанавливаются хп, потому что я не знаю вообще. Вот, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока.